Рига заинтересована прийти в белорусско-китайский индустриальный парк на правах третьей стороны. Об этом заявил вице-спикер латвийского сейма на встрече парламентариев двух стран. Сегодня Беларусь и Латвия реализуют более 50 соглашений. Одна из важнейших договоренностей – развитие грузовых перевозок ускоренными поездами Минск-Рига. Первый состав хотят отправить до конца года. Это будут грузы в контейнерах, следующих в рамках проекта «Экономический пояс шелкового пути» в сообщении Китай-ЕС в направлении Латвии. Также рассмотрена возможность свободных экскурсионных поездок по Беларуси и Латвии для гостей чемпионата мира по хоккею 2021, который примут Минск и Рига. Белорусские и российские онкологи укрепляют сотрудничество. В РНПЦ онкологии специалисты двух стран обсудили вопросы лечения и профилактики рака. Представители Министерства здравоохранения уверены, только работая сообща, можно максимально эффективно бороться с болезнью. Говорили и о фармацевтическом рынке. Сегодня в России большим спросом пользуются белорусские лекарства. Туда поставляется 2/3 нашего экспорта. В Минздраве считают перспективным объединение некоторых линеек препаратов для выхода на рынки третьих стран. Более 1000 минских семей получили в этом году семейный капитал. Новый вид долгосрочной поддержки работает уже третий год. Многодетные семьи получают 10 тысяч долларов при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. Воспользоваться такой поддержкой можно только один раз. Денежные средства должны быть использованы на улучшение жилищных условий, получение образования, услуги в сфере социального обслуживания и здравоохранения.